Предстоящие выборы должны пройти в рамках законодательства и в условиях безопасности. Этим важным вопросом посвящено заседание районного совбеза, которое состоялось в пятницу. В нем приняли участие представители силовых структур, надзорной деятельности, главы всех поселений. Александр Садчиков подвел итоги подготовки к важному событию на Кубани. Спустя несколько лет вновь пройдут выборы губернатора. До выборов осталось одни сутки, скажем так. В воскресенье народ пойдет выбирать. Кандидатов много на пост губернатора, мнений очень много. Эти выборы проходят за 10 дней. За 10 дней они проходят, за 10 лет проходят первый раз. То была назначаемость через законодательное собрание Краснодарского края. Выбирался глава администрации, губернатор. Теперь идет на всенародные выборы. На этом совете говорили о мерах по обеспечению законности, правопорядка, пожарной, антитеррористической безопасности. Участковые избирательные комиссии к выборам готовы. Всего в участковых избирательных комиссиях будет задействовано 551 человек. Проведено ряд обучающих семинаров. Последний семинар прошел буквально вчера с председателями участковых избирательных комиссий и секретарями. Все участковые комиссии работают четко. Все участковые избирательные комиссии укомплектованы кадрами, профессиональными, можно сказать. Потому что проведено тестирование, проведена проверка знаний. Вот. Все где-то на 80% все участковые комиссии справились со своими заданиями. То есть я хочу сказать, что на данный момент все участковые комиссии и территориальная комиссия избирательная готовы к проведению предстоящих выборов. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».